Почти 11 тысяч услуг оказали в центре Бахату-Отбасы Наурызбайского района за 4 месяца. Консультацию и всестороннюю поддержку многодетным и малообеспеченным семьям предоставили профессиональные юристы, психологи и другие специалисты. Всего с начала открытия центра за помощью обратились более 1000 человек. В следующем году планируется открытие дополнительных бесплатных обучающих курсов. Курсы по визажу, по парикмахерскому искусству, по шитью. То есть мама могла совершенно спокойно, бесплатно обучиться данным профессиям. И фишка нашего центра, то что своих детей она могла оставить под присмотром профессионального воспитателя в детской игровой комнате.